День строителя отмечается сегодня в Беларуси. Люди, кропотливый и тяжелый труд которых заставляет расти города, не отдыхают даже в свой профессиональный праздник. Среди них работники УКС Могилева. Предприятие – основной заказчик строительства жилья, социальных объектов и транспортных артерий города. Подробности у наших корреспондентов. Транспортная развязка с мостом через Днепр – большая гордость УКС Могилева. Мост расширили почти в два раза, увеличили количество полос, укрепили опоры и сделали подземный переход. Огромный объем работ строители выполнили за полтора года вместо двух. Наши горожане уже привыкли к тому, что здесь нет пробок. Раньше здесь были постоянно проблемы. К хорошему быстро привыкаешь. Поэтому мы постараемся в городе сделать еще вот таких объектов, которые бы развязали движение. УКС Могилева – лидер по стройке многоквартирных домов. За почти 45-летнюю историю на счету предприятия их уже несколько сотен. В том числе и первый в Беларуси энергоэффективный дом второго поколения. В этом году в городе собираются построить 150 тысяч квадратных метров жилья. Из них более 85 тысяч – это объекты УКСа. Новый благоустроенный район на окраине города уже начали заселять первые семьи. Со временем здесь появится школа, а уже в этом году будет сдан детский сад на 240 мест с бассейном. Район у нас молодой, экологически чистый. Вот видите, еще строятся, повсюду идут стройки. Ну и самое главное, что у нас строят садик. Вот, за спиной, который уже утепляют. Заслуги предприятия заметили и оценили не только горожане. В этом году на специализированном конкурсе для участников рынка недвижимости директор Андрей Москалев победил в номинации «Персона года» – девелопер. За Андрея Москалева проголосовали не только профессионалы рынка недвижимости, поставили ему высокую оценку, но и проголосовали пользователи. Более 1300 интернет-пользователей поставили за него свои голоса. Сегодня в УКС Могилева трудятся 150 специалистов различного профиля. В планах у предприятия реконструкция и реставрация исторических объектов. Город стал более ухоженным, более, скажем так, культурным, более чистым. Это заметили и горожане, и гости города Могилева. Евгений Горин, Юрий Прокопенко, Камила Шах, Василий Лосенков, телекомпания СТВ.